Нет, нет, это не до меня. И как же мы поедем? У нас машины нету. Арсений, ну разве справедливо каждый раз нам за ней убирать? Да совсем несправедливо, большая уже совсем. А каждый день должны за ней убирать. Вот-вот, и я с тобой согласен. А я не согласна, убирайте за мной. Ничего себе не согласна. Слышь, Арсений, надо что-то с этим делать. С сегодняшнего дня, София, ты будешь выполнять свои обязанности сама. Слышь, Арсень, клевая идея, точно! Эй, вы что, какие обязанности? Нет, 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 это не до меня! Итак, обязанность первая, встаешь и убираешь сама кровать. О, это сложно! Сложно, но возможно. Я точно знаю, ты умеешь кровать заправлять. Да-да, умеешь, и я знаю. Обязанность вторая, вещи ложишь шкаф сама. А я и так сама не хочу, смотрите, ничего нету. А это что? Это что? Это что? И вот это что? Это не считается. И это ты будешь убирать сама. Санек, это Шарлок скулит, я пойду посмотрю, в чем дело. Хорошо, иди, я сам правила остальные расскажу. Да ладно, буду сама свои вещи убирать. Итак, София, обязанность третья. Убираешь свои игрушки сама на место. Ай, ладно. Эй, ребят, ребят, Шерлоком случилось что-то, наверное, он заболел. Да что случилось? Чего ты так решил? Да у его нос сухой. И что, и все? Ну нет, побежать скорее со мной, он еще и вялый. Побежали. Шерлок, маленький, покажи носик. Глазки, покажи носик, вроде бы сухой. Покажи глазки. Смотри, Лёк, наверное, точно заболел. Я же говорил, что он заболел. Надо точно в ветеринарную поликлинику ехать. И как же мы поедем? Мама же с папой на работе, а у нас машины нету. Без паники, сейчас я его вылечу. София, как ты его вылечишь? Ты что, умеешь? София, ты что, правда умеешь? Ну, говори, что умею. Значит, умею. Значит так, Саша, неси градусник. Ладно, я побежал. Ну что ж, будем тебя лечить. Да, Софуня, вылечи его, а то я переживаю. Значит, все сделать, что ты переживаешь? Градусник. Так, Софийка, на градусник. Отлично. Мальчики, а вы знаете, где у собак температуру меряют? Где? Под подмышкой, конечно. Нет, под хвостом. Под хвостом? А я не знал. Ну что ж, а будем мерять? Ну, посмотрим. Температура его хорошая. Так что, не заболел, нет? Подожди! Сейчас проверим уши. У собак еще уши болят. Уши? Они же у него такие большие, как ты проверишь. Подниму и загляну. Ну, Шарлок, поднимай свои уши. Это хорошая. А ну-ка второе проверим. Хорошая. Значит так, Бася, ушки у него хорошие. Так почему же он такой печальный и грустный? Значит так, а воду ему давай. Ой, Арсений, а ты ему воду сегодня наливал? Ой-ой, я, кажется, забыл. Ну так вот, неси скорее воду. Габки хорошие, ногтики хорошие. Ты, наверное, просто пить хотел. Точно, наверное, он пить хочет. Точно, как же я мог воду забыть налить? Пойду-ка. Сейчас налью и принесу. Шерлок, несу я тебе пить воду. На, Шерлок, пей. Вот видите, он пить хотел. Как это мы могли забыть? Мы же еще кушать не давали.
иди неси ему корма. Ладно, я побежал. Саша, покушаешь, покушаешь, не переживай. Эх, заболел, заболел, да за собакой надо ухаживать. Нет. Сейчас насыпем ему покушать. И думали бы, что он больной. На, Шерлок, на, маленький. Ой, ой ты. Видите, как он кушает? Да, он точно кушать и пить хотел. Эх вы, он здоровый, видите, кушает. Хорошо, что он здоров, а то я перепугался. Все, Сеня, хватит играть, пошли на океан купаться. Ни на какой я океан не пойду, я не хочу купаться, я накупался. Сеня, между прочим, я старшая. Собирайся, и мы идем на океан. София, на какой океан? Ты еще маленькая, а там акулы. Какие акулы? Ты меня придумываешь. Я тебе говорю, пошли, значит, пошли. Я не хочу, чтобы меня акулы съели. Ты такой большой, что боишься. Видишь, люди купаются, и никаких акул там нету. Блин, вот прицепилась мула. Как же я не хочу туда идти. София, ну пойдем домой. Я не хочу, чтобы меня акула съела. Последний раз говорю, если ты будешь ныть, я все папе расскажу. Я тут старшая. Понятно? Пошли, пошли. Наконец-то посидим, София. Хорошо. Ага, мне как раз очень жарко. Пойду я лучше искупаюсь. А эта малявка пождет меня. Слышь, София, у меня тут есть идея. Давай я пойду как старше, проверю, в океане нет акул. А то ты маленькая, я тебя сразу набросится. Ты не сможешь уплыть. Сюда, Сеня. Слышь, неплохая идея. Иди, посмотри. Арсений и София, вы где? Ах, пойду искупаюсь, водичка хорошенькая, бирюзовая. А, они, наверное, на океан пошли. Ладно, я тоже пошел. Купаются уже, наверное. Что-то уже недолго нету. Может, ты в акула съела? Пойду поверю. Неужели его съела? Что я папе скажу? А вот съела. Где же Арсений? Его точно акула съела. Ну все, что же мне делать без братика? Как я буду без братика? Где же София с Арсением могут быть? Не знаю. Пойду поближе к океану их посмотрю. А, вон Софийка! Да, вот это я попала. Как же мне домой добраться? Самой. Подняться не умею. О, Софийка, Софийка, привет! Что скучаешь? Да я не скучаю. Наверное, Арсения акула съела. Какая акула, София? В океане акул нету. Или они очень глубоко? Как нету? Как глубоко? Мне Арсений сказал, что тут очень много акул. Да, Софийка, он тебя хорошенечко обманул. Обманул? Ах, этот Арсений, все, я с ним не дружу. А он точно где-то здесь плавает. Да, мне сказал сдать его. Ну так что, Свика, я иду домой, может, со мной пойдешь? Ну, пошли. Все, надо, наверное, выходить, а то София испугалась, наверное, так ей и надо. София, София, ты где? Я Софию точно на этой лавочке оставил. Но где же она? Может, я слишком долго был, реально? Да, наверное, я перестарался. Слишком долго купался. Надо ее искать. Пойду на территорию пляжа ее искать. Где же она?
Блин, уже солнце в глазу светит, ничего не видно.